Привет! В общем-то, да, мы продолжаем наш путь до первой лиги. До конца сезона осталось чуть больше 10 дней. Собственно, этот сезон для меня реально челлендж, потому что я играю в соло, без доната. Так еще и он сложнее, чем предыдущие, потому что он короче. То есть люди тут особо сейчас в Warface не играют, вот вы, я думаю, прекрасно понимаете. Собственно, люди потихонечку, помаленечку двигаются, те, кто на первой лиге. Вот. Они двигаются и как раз пересекаются вместе со мной на моих низких лигах. Я к этому был не готов, и я даже не знаю, получится ли у меня до конца этого сезона взять себе первую лигу. Так, мосты, ну опять же, мы сами прекрасно видим, как будто бы ребята у нас а-ля лиги 7. Вот, ну, учитывая то, что мы находимся на 15 и у нас сейчас соперники 7, то к 7 мы как раз будем играть с соперниками а-ля все будут с первой. Вот так вот. А это не один. Ага, а это один. Нет, 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 нет. А у меня персонаж не встает, в смысле? У меня полная стамина была, вы же видели. У них просто, они идут двойку уже второй раз подряд, и у них просто медик бегает в спине постоянно. Ну что, что за, что, вот как, что с ними не так? Я не понимаю. Он делает одно и то же каждый раунд. Сейчас сольют еще, блядь. Наконец-то это закончилось. Уже первая катка, сразу уже дикий пот. Представляете, какой путь меня ждет. Это... Ладно. Поехали дальше. Как я не попал это? На моем. Центр последний. Киньте дым. Дым киньте ему. Ну, киньте дым. А, ты без звука доходил, кстати. А, видос когда выйдет? Какой видос? От первого до 21 места. От первой до 21? Нет, я так не хочу. Я, наоборот, наоборот. Я не знаю, вот конкретно сейчас что записываю, не знаю, когда выйдет. Мой труп уже. Парень. Бля, 90, 90. Ушел в подвал опять. Пальма, пальма, пальма. Шо? Да, ты любишь этот пистолет, правда, кстати, я вот тут не знаю, в чем люди играют, да? В чем люди играют, в какой снаряге. И я в дерьмовой снаряге, в принципе, на других классах играю. А вы можете не страдать, как я, потому что для вас есть первая ссылка в описании, по которой вы можете забрать себе крутое снаряжение и не самые плохие пушки. Ну а новички по этой же ссылке могут зарегистрироваться. И там еще куча разных ссылок есть, так что пользуйся. Ну а мы тем временем, получается, апнули 14-ю лигу, как я хотел в прошлом выпуске. Собственно, сейчас у нас как-то все более-менее лояльно, вот эта катка была. Посмотрим, что будет дальше. Ты мне эти ворота взорвал, спасибо. Нет, респы.
Ну, это была довольно несложная катка, потому что тут кошачий мур хорошо дубасил. Прям реально. Молодец, пацан. На красном он. Спрыгнул за красный, выйдет из-за красного на бочке. Хорош. Слушай, он, по-моему, нечистый файтом вот этот. Бенелли Супер 90 так не убивает. Он сейчас сделал минус 4, чтобы вы понимали. С глушителем, с Бенелли. Она так не убивает. Я кину на всякий случай на него жалобу, потому что Бенелли так не убивает. Вот что вот это сейчас он повесил. А бомба тут, слышишь? На контах она. Пиздец. Ну вот, смотри, он заходит просто на уверенность и убивает всех. Не, он с этим. Как мне еще этот бан-то не дали на цвету? С говном. Типа 48 меткости на медике. С Бенелли М Супер с глушителем. Я не верю. Ну типа, что хотите мне говорить, я не верю, что это он сам своими руками так сыграл. Так, сейчас нам по сколько побед надо будет? Надеюсь, что по 2. 3 победы! 3 победы до 12 лиги. О май гарабл, Герман. И опять за меня файтан. И опять он, наверное, с Бенелли Супер 90. Но если он сейчас и эту катку также сыграет, то 100% он с говном. Ну потому что, ну нет, ну... Как бы... Я не могу это объяснить. Ну не сыграет так никто с этим стволом. Это должна быть залетная катка просто. Либо он сделал вип. Ну ладно, ладно. Мощный парень. Ну не знаю я, но я не верю, что он супер 90. Ладно, тапки типа с Матеба базара 0. Ладно, там сорсис он базара 0. Там было пару моментов, когда типа человек пробегал, а он отворачивался от него. Ну это либо очень хорошая актерская игра, либо... Он реально, типа, убивает с Бенелли Супер 90 очень жестко. Хотите? Я запишу в 5 Бенелли Супер 90. И реакцию всех игроков. Соответственно, мы не будем до этого с ней играть, ни на мясорубках, ничего. Просто соберемся и сыграем. И скажем, убивает эта пушка так или нет. Он либо лучший игрок этой планеты, либо, ну, я не знаю, обманщик. Потому что буквально недавно к нам в клан на проверке играл чувак, который тоже, в принципе-то, играл, ну, весьма посредственно, но иногда давал жесткие киллы, вот. И, собственно, оказалось, что этот чувак с читом, его забанили. Хотя в клане он у нас играл 3 дня буквально. И еще ко мне такой в ТС-ку говорит: ой, поговорить надо срочно. Ну, я такой перехожу с ним в отдельную ТС-ку, в отдельную комнату. Так и так там, помоги мне в какой-нибудь состав попасть. Я говорю: да с какой стати? Я это должен делать? Он говорит: ну, типа, соклан там твой. Я говорю: да я тебя знать не знаю, типа, ты в плане 2 дня. Не до хрена ли хочешь? Он что-то промолчал или что-то, ну, что-то сказал, не помню, короче. Ну, и в итоге вот этот чувак, который меня просил, чтобы я его в состав какой-то пропихнул, с софтом, его забанили. Ебать, нахуй, видел? Нет. Да. Тё, серьёзно? Да нет. А макроп смотри. Ебать, нахуй. Первый этаж. Вверх, вверх. Да, от бедра, конечно, она хреново стреляет. И вам. Это видео закидывающий тут? Закину, братан. Ебать, нахуй, от души. Пойдем, сейчас на тебе жалобы полетят опять. Давай. Они. Давай. Опять Файтен, можно опять ничего не делать. Это опять выигранная катка, я вангую. Арку убил. Побежал в квадрат. Ну, короче, легкая катка была. Не знаю, если сейчас против Файтен попадусь, то, скорее всего, это будет слив. 100 меткости. Собственно, мы добрались до 12 лиги. С одной победкой. То есть, в теории, мы можем сделать еще 2 и доберемся до 11. Правильно? Да. Еще
Спина, по-моему. КВ, КВ-инж. КВ-инж. Кошка, потом после с ними еще поиграем вместе? Ха, сомневаюсь, у меня соло же игра. А, ты целый день планируешь? Нет, нет, в смысле на этом аккаунте вообще, пока я до первой не дойду, я, ну, типа, не играю в пати ни с кем, я же соло играю. Нет, я не про РМ, вообще, спецухи сходи. А, какие спецухи? Я в Warface захожу только видео снимать. А, серьезно? Да. Жестоко жизнь блогера. Да, да, да. Ладно, спасибо за игру. Я тебе сейчас скину, прими. Давай. Да, каточки что-то, кстати, сейчас... Фу. Я думал, первая там началась у нас плотно, так и будут все остальные, но нет. Что-то пока легко идет. Я надеюсь, что сейчас я одержу победу, собственно, и сразу получится так, что у нас будет этот... Еще винстрик на следующей лиге. Сука, где выходит? Ёбаный в рот. Там. Бей, флоу, флоу. Хорош. Установлено. Да, короче, пока сам не услышишь, на низких лигах тебе никто инфу нормально не даст. Прям, ну серьезно, типа... Там справа, на мне, там, здесь. Куда идет, тоже непонятно. Стоит, блин. Мне нужна ваша помощь. Убей, пожалуйста, справа он стоит за стеной. Бля. Бля, они сразу оба, блядь. Сука. Хорош. Живи. Прикрою. У тебя есть. Хорош. Да пойдем единицу обход все вместе задавим. Они 100% сейчас пойдут туда. Там же еще. Еще в обходе. Все потому что не разменяли ни хрена. И хаяшки хреново кинули, там бы мог гренадер быть. Ну убейте. Алло. Слава богу. Все. Получается, мы добрались до 12-й или до 11-й лиги. Ну, катки были несложные и недолгие особо, на самом деле. То есть, вот даже 6-4 вообще недолго считается по сравнению как с счетом 8-8 тем же самым. Вот. Ну, как-то так получилось. В принципе-то, все у меня на этом, да? Ну, а мы, путешествие наше с вами, продолжим уже в следующий раз. Огромное вам всем спасибо за просмотр. Все, в общем, как обычно. С вас лайк, подписка, там все дела. Вот. И пока-пока.